Задача физического воспитания в нашей стране и моя лично, как вашего педагога, сделать из вас гармоничных людей. Светлана Ивановна Савелова, советская российская актриса театра и кино, актриса театра имени Ленинского комсомола, снималась в фильмах «Прощайте, голуби», «Зеленый огонек», «Последний жулик», «День солнца и дождя», «По Руси», «Семь стариков и одна девушка» и других. Задача очень нелегкая. Может, разойдемся, пока не поздно? Честное слово, ну ты какой-то несерьезный. Почему несерьезный? Потому что, когда я поступала в комсомол, я вообще всю ночь не спала. Ты ведь наверняка спал. Спал, зато мне международное положение всю дорогу снилось. Честно. Скоропостижно скончалась на 58-м году жизни. Урна с прахом актрисы находится в колумбарии Никола Архангельского кладбища. Поцелуй меня. Зачем?